приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. С минуты молчания началась планерка в администрации. В московском регионе объявлен день траура по погибшим в Карелии детям. Напомню, трагедия произошла 18 июня на озере Сямозеро в Карелии. Группа из 47 школьников попала в шторм во время сплава по озеру. В результате крушения лодок погибли 14 детей. По предварительному расследованию федеральных СМИ, парк-отель Сямозеро давно пользовался дурной славой. Родители детей неоднократно сообщали, что администрация лагеря нарушает не только условия, оговоренные в путевках, но и санитарные нормы. Эта трагедия еще раз заставила обратиться к теме безопасности в детских лагерях. Я убедительно прошу, все, от кого зависит любая сторона спокойствия и благополучия наших детей, которые сейчас находятся на территории нашего района на оздоровлении, проявить максимум бдительности, как, впрочем, и всегда, не дожидаясь каких-то ЧП, нештатных ситуаций. Наших, я говорю, независимо от подчиненности, они наши, они на нашей территории. Московские или областные, частные. Дети находятся на территории Клинского района. Поэтому все, от кого зависит их спокойствие, благополучие, безопасность, должны сейчас еще раз сорганизоваться, проверить максимальную безопасность во всех отношениях и контролировать на протяжении всего периода нахождения детей. Все загородные лагеря Клинского района ждет внеплановая проверка. По специальному поручению главы района комиссия из представителей полиции, Роспотребнадзора и муниципалитета обследует детские лагеря на соответствие санитарным нормам и нормам безопасности.